Жители мексиканского городка Сан-Хуан-Чимула убили собственного мэра. Население заподозрило чиновника в нецелевом расходовании бюджетных средств. Местных жителей, индейцев, не устроил отказ властей дать им отчет. Их также возмутило то, что мэр отказался выделить средства на общественные работы и поддержку местных ремесленников. В итоге разъяренная толпа расстреляла Доминго Лопеса Гонсалеса, а затем выволокла тело градоначальника на площадь. На улицах города даже появились баррикады. В перестрелках, по разным данным, погибли от 5 до 11 человек. Ранены порядка 20. Но запал у жителей долго не продержался. Все спокойно разошлись по домам. Сейчас полиция заявила, что держит ситуацию под контролем.